Здравствуйте! Вы на канале «Волшебный Джуд» и прочее. Очень нужна салфетница, но не совсем обычная. Сегодня я ее изготовлю. Мне понадобится джут натуральный и джут отбеленный, совсем чуть-чуть. Клей полимерный, водостойкий, любой. Ножницы, пинцет и спицы. А также нужна небольшая схемка. Салфетница будет состоять из 5 таких деталей. Укладываю джут по внешнему контуру. Затем укладываю внутренние контуры. Теперь заполняю эти контуры рисунком. Поверху добавляю узор из натурального джута, только оттенок взяла чуть темнее. Я взяла нить из другой бобины. Снимаю с файла. Таких деталей я изготовила 5 штук. Подчищаю узоры внутри. Использую тонкий паяльник. С помощью фена нагреваю детали и придаю им нужную форму. Дублирую верхнюю часть листа с изнаночной стороны, так как ее я буду отгибать, а с изнанки клей очень блестит. Вот этот блеск я закрываю дополнительным рисунком. Все детали готовы. Теперь собираю. Все 5 листов приклеиваю друг к другу до места отгибания верха деталей.
оставляю высыхать. Тем временем делаю ножку. Для этого использую основание от одноразовых фужеров. Добавляю туда нарезанные деревянные шпажки. У меня они оказались по 3,5 см. Закрепляю все это клеем и обматываю джутом. Сверху приклеиваю маленький ролик. Размером он соответствует диаметру снизу салфетки. Ножка готова. Нагреваю феном верхнюю часть деталей и отгибаю. Приклеиваю ножку. Теперь изготовлю немного украшений. Как я делала мелкие цветочки, вы уже видели, разные листья тоже. Но сегодня лист я делаю немного по-другому. Он состоит из воздушных петелок, и эти петелки я приклеиваю на ребро, то есть не кладу, а как бы ставлю. Теперь приклеиваю немного листьев и цветов на саму салфетницу. Салфетница готова. Друзья мои, если вам понравились мои декоративные штучки, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Спасибо, что нашли время и были со мной. Будьте здоровы! Всем пока!